дети говорят, любовь ловит невозможное. Сельская дорога заканчивается, начинается бездорожье. На наш взгляд, совсем не критично, но у жителей другое мнение. Они уверены, чем ближе кладбище, тем сложнее довозить усопших до места упокоения. Это в ухабинах она. Как дождик прошел, грязь кругом. Во-первых, тут песок, она все это размывается. И грязь стоит вот это. Как только маленько, даже сухо, когда и то невозможно проехать. Муниципальное кладбище поселка Мохнатушки. Старинному некрополю, по словам местных, больше 100 лет. Он расположен в лесном массиве. Вокруг умиротворение, под ногами пыль и грязь, возмущается пенсионерка Любовь Мазурова. Когда я говорю, сына хоронили мы, вот здесь, вот на этом прям месте, вот, застрял автобус. Два раза трактора были, трассы рвутся, а на ровном месте выехать не могли. И как вы вышли? Ну, а потом как? Потихоньку вытянули. Видео, подтверждающего подобные инциденты, нет. Да и мы обратили внимание, что автомобили заезжают на кладбище без особых проблем. У нас больших претензий нет. У нас нет претензий, мы из Барнаула. К родному деду я и через любые горы пролезу. Ну да, дорога лесная, не очень хорошая, но в то же время, что, как видите, мы здесь. Ямки есть, сучки, грязь, но ничего, для машины вопросов нет. Жители все же просят ответственных отремонтировать дорогу, хотя бы выровнять дорожное покрытие. В мэрию, куда мы обратились с запросом, изучили, есть ли возможность грейдировать эту дорогу. Оказалось, что нет, это не муниципальная земля лесного фонда. И отсыпать небольшой участок они не имеют права. Мы планируем направить запрос в Министерство природы, чтобы понять, есть ли хоть какая-то возможность привести дорогу в порядок и могут ли люди сделать это самостоятельно. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.